Здравствуйте, в эфире новости, с вами в студии Ирина Зайцева. Сегодня главные темы. 20 тонн гуманитарного груза отправили серпуховичи в зону специальной военной операции. Около 100 детей получили подарки в рамках акции «Коробочка с мечтой». В округе открылась резиденция Деда Мороза. 20 тонн гуманитарного груза отправили серпуховичи в зону специальной военной операции, в том числе и технику для выполнения поставленных задач. Это стало возможным благодаря общественной организации «Здоровое Отечество». Стройматериалы, генераторы, печи и продукты, детские рисунки – все, что так нужно сейчас в зоне специальной военной операции. Курсанты и ветераны-пограничники помогают грузить печки-буржуйки. В полевых условиях они просто незаменимы. Помогут согреться, высушить вещи, приготовить пищу. Большую партию гуманитарного груза передали представители общероссийской общественной организации «Здоровое Отечество». Вместе с двукратным чемпионом мира по боксу, серебряным и бронзовым призером Олимпийских игр Раимкулем Малахбековым. Сегодня, несмотря на довольно-таки дождливую промозглую погоду, мы собрались по очень важному поводу. Очередной караван гуманитарной помощи отправляем в зону проведения СВО. Это уже стало традицией. Данная отправка уже вторая за эту неделю. Данная работа ведется администрацией городского округа Серпухов вместе с нашими партнерами Всероссийской общественной организации «Здоровое Отечество». Мы считаем эту работу очень важной и в дальнейшем будем ее также продолжать. От «Здорового Отечества» включает, от автомобиля «Урал», чтобы оно действительно вам в зону боевых действий приносило пользу и чтобы была быстрее победа за нами. Спасибо большое. Мы сделаем, приложим все возможное, чтобы победа была за нами. Мы победим нацизм, защитим наших детей, защитим наши семьи и защитим вас, мирных жителей. Спасибо большое за помощь. Нам будет очень важна эта техника. Организация «Здоровое Отечество» уже передавала нашим военным автомобили УАЗ. Теперь в зону спецоперации из Серпухова отправился «Урал». Еще хотелось бы отметить наших жителей, наши организации, коллектив сотрудников администрации, которые также собирали гуманитарную помощь. Мы думаем, что ребятам все пригодится. Отдельно хотелось бы выразить благодарность партии «Единой России», которая вместе с губернским колледжем, с организацией профсоюзов решили нашим ребятам к Новому году сделать новогодние подарки. Один из сопровождающих груз – Александр Гордин. В зону спецоперации он отправляется уже во второй раз. В пограничных войсках Александр отслужил 14 лет. Там очень много ребят серпуховских, протвинских, чеховских. Еще очень много людей находится там, на передовых. У меня у племянника самого там. Но поддерживаем ребят как можем. Будем также помогать их семьям, которые здесь. И в преддвериях Нового года будем поздравлять детей их. Все это уже организовано, договорено со всеми людьми. Вот. Ну и будем желать нашим парням скорейшего возвращения домой к своим женам, к семьям и к детям. Победа будет за нами. На этот раз в зону спецоперации отправлено 20 тонн гуманитарного груза. 25 декабря в России отмечаются две памятные даты. 26-я годовщина начала боевых действий в Чечне и 43-я годовщина ввода советских войск в Афганистан. У мемориала «Черный тюльпан» вспомнили героев и возложили цветы, а в центре «Патриот» прошел концерт, на котором звучали патриотические песни. У сына Людмилы Воронковой в феврале должен был быть юбилей – 60 лет. Но в 1983 году его жизнь оборвалась. Он погиб в Афганистане. Ему было всего 20. Это грустное событие в нашей семье. Это тяжело – потерять молодого, жизнерадостного, способного делать добрые дела в жизни юноши. Сказать, что становится легче, нет. Просто начинаешь думать о том, что ну так уготовано судьбою. И нужно все-таки принимать вот эти события, ну, как неизбежные, может быть, даже. И с другой стороны, конечно, нужно жить. Жить ради близких, родных. Афганская война и чеченские кампании унесли тысячи жизней советских людей. Это время стало переломным для многих семей Советского Союза. Это время разделило и влюбленные пары.
Мы были очень мало знакомы, а потом потеряли друг друга. В то время не было мобильных. Я уехала из Серпухова, никто не знал, куда я и откуда появилась, куда исчезла. А он потом через год, уже после, из Афганистана написал: «Серпухов, общежитие «Юность» Ангелине». Вы представляете, письмо меня нашло. Они обменивались письмами недолго. Девушка ждала двух своих знакомых. Не вернулся никто. Через много лет Ангелина Колосова написала книгу под названием «У черного тюльпана», где рассказала о преданности и беззаветном служении родине советских воинов. В знак светлой памяти о героях у мемориала «Черный тюльпан» возложили цветы и венки, почтили память минуты молчания. Сегодня мы собрались по поводу памятного дня ввода войск в Чеченскую республику и в Афганистан. Очередная годовщина нас каждый раз заставляет собирать. Мы приходим помянуть наших друзей, товарищей, которые не вернулись с полей сражения. И пока мы будем помнить каждого солдата, он будет жить в нашей памяти, и мы их не забудем. После возложения все переместились в молодежный центр «Патриот». Для матерей, потерявших своих сыновей в локальных войнах, представителей серпуховских местных общественных организаций, Российский союз ветеранов Афганистана, Боевое братство, Союз десантников, Ночные волки приготовили патриотический концерт. Военные песни спели воспитанники православного военно-патриотического клуба имени князя Владимира Храброго. Своим творчеством поделился и почетный гость Михаил Калинкин, советский и российский автор, исполнитель военных песен. Расплескалась синева, расплескалась, по тельняшкам разлилась, по погонам. Я хочу, чтоб наша жизнь продолжалась. И сегодня, вот то, что сейчас происходит сегодня, у нас, мы вместе, одна большая семья, сила духа России. Ночные волки, или ДОСААФ, или Российский ветеран, союз ветеранов Афганистана, или союз десантников России, неважно, люди, у которых есть родина. Мы должны жить так, чтобы наша страна, нам было не стыдно перед нашими предками, которые под танки ложились, которые в Афгане защищали нашу страну, которые в Чечне то же самое, гордились тем, что они русские. В этот день звучали только военные песни. Зал наполнялся аплодисментами, появлялись слезы на глазах. Поддержка – это то, что может делать каждый из нас. Помнить и молиться за тех, кто и сейчас отдает свои жизни за мирное небо. Волонтеры окружного управления социального развития номер 17 попробовали себя в роли волшебников. Они исполняли желания детей с ограниченными возможностями, дарили им подарки, о которых они мечтали. Подробнее об акции «Коробочка с мечтой» расскажет моя коллега Инна Шейнина. Ребята пишут письма под Новый год, обращаясь к волшебникам. Обычные люди с добрым сердцем берут на себя их полномочия и дарят ребятам сказку. Пожелания самые-самые разные. Но вот самое, наверное, пожелание, которое было самым необычным, это была рыбка золотая в аквариуме. Мы готовы исполнять любые мечты детей. География участников очень широкая. Это и серпуховичи, это и петербуржцы, и москвичи. И даже у нас приходят подарки с Камчатки. Наша серпуховичка уехала на Камчатку, и с Камчатки продолжают участвовать в этой замечательной акции. Письма волшебникам писали ребята из семейного центра, воскресной школы при храме всех святых и дети с ограниченными возможностями, посетители комплексного центра «Серпуховский». Я просила телефон. Хлопотно, но здорово быть волшебником. Я просила кота, зовут его Басик. Вообще, Новый год я люблю, потому что в этот праздник исполняются все мечты. Когда тебе дарят подарки, то есть ты даришь, когда тебе дарят, это все равно приятно. Я просила волшебника единорога. Я поздравляю всех жителей Большевика и Серпухова с Новым годом. Желаю, чтобы никто не болел и чтобы у всех было счастье в этом году.
Акция «Коробочка с мечтой» проводится третий год подряд. На празднике ребята не только получают подарки, но и поют песни, вставляя пропущенные слова, вспоминают, когда может присниться Новый год, например. Ну а потом начинается самая интересная часть праздника – вручение подарков. Именно тех, о которых они мечтали. Вика в качестве презента от волшебников хотела куклу Аленку из мультфильма «Сказочный патруль». У нас мечта, мы собираем коллекцию, и мы рисовали не простой рисунок, а в честь города Серпухов. Мы рисовали какое животное? Павлин, скажи, павлин. Павлин. Павлин, сложное слово. Вот, ну, мы очень благодарны центру, что помогают, и волшебникам, и спонсорам очень благодарны. Спасибо всем большое. Это отличный праздник, Новый год, да? Пусть мечты сбываются. Скажи спасибо. Спасибо. Всего в рамках акции «Коробочка с мечтой» подарки получили около 100 мальчишек и девчонок из Серпухова. Каждый волшебник написал ребенку небольшое пожелание к празднику. Мечты детей должны сбываться. Новый год все ближе. В Серпухове открылась резиденция Деда Мороза во дворце «Торжеств Центральный». Для детей подготовили интересные мастер-классы и сладкие подарки. Резиденция будет работать все праздничные выходные. Сказочные персонажи – бабуля Ягуля, зимняя Снежуля, яркая елочка и веселые снеговички встречают детвору. В честь открытия резиденции Деда Мороза они подготовили небольшое представление. Поехали! Сказочные герои! Много! Много! Есть! Есть, отлично! Елка трехметровая! Есть! Есть! Нет, елка трехметровая, где ты еще год, то расти, расти, иди! Есть! Гости тоже здесь. Для них танцы и веселый хоровод с большими белыми медведями. Самое ожидаемое событие этого вечера – появление Деда Мороза. Моментально возле его трона собирается большая очередь. Каждый хочет поговорить с добрым волшебником и рассказать ему свое стихотворение. Я желаю мне красоты. О, это похвально. А стишок приготовил? Да. Рассказ. Мороз и солнце, день чудесный. Что-то гремлет в двух лесах. Пожар под солнцем, проснись. Открылся в круто небе взор. Навстречу северный огонь. Говорят о заветных желаниях. Одни хотят большую игрушку или настоящий компьютер для игр. Другие рассказывают о своих мечтах и планах на будущее. То, что когда вырасту, стану успешным блогером, а то пока что я не успешна просто. А что ты снимаешь? Ну, про разные игры всякие. Компьютерные? А ты о чем мечтаешь? Я тоже хотел известным блогером стать. Награда за стихотворение – сладкий подарок. В резиденции также можно сделать новогодние украшения для елки своими руками. Здесь проходят мастер-классы. Можно нарисовать красивый рисунок или написать письмо зимнему волшебнику. Во дворце «Торжеств Центральный» работает почта Деда Мороза. Посетить резиденцию может каждый. Вход бесплатный. Она будет работать все зимние каникулы. С 1 по 8 января с 6 до 7 вечера. Елки все-таки быть. Несмотря на все проделки Лешего и Бабы-Яги, у детей и взрослых праздник состоялся. В Серпуховском гортеатре прошла премьера новогоднего спектакля по пьесе питерского драматурга Юрия Герасимова. Взрослые получили хорошее настроение, а малыши еще и сладкие подарки. Главные герои, конечно же, Дед Мороз и Снегурочка. Но Леший с Бабой-Ягой сделают все, чтобы испортить праздник не только детям, но и взрослым. Ведь злодеи думают, что им от этого будет хорошо. А знаешь, хочешь подскажу, где шерсть это взять? Ну давай. А надо кому-нибудь пакость сделать. А тогда ему будет не шерсть, а тебе ляпота. Вот яка молодец. Пойдем. Я ведь замечался за собой такой. Вот сделаешь кому-нибудь. Хорошо, сделаем пакость, а? Кого? Тебе, например, а? Я не знаю! Не знаю, не так пишать он, Ераклан мой, не летает. Бабе-Яге пакостить нельзя, зверей и птиц всех Леший распугал и разогнал. В лесу почти никого не осталось, кроме Деда Мороза и Снегурочки, которые спешат к ребятам на праздник. Но вместо того, чтобы помочь дедушке и внучке, злодеи задумали им навредить еще больше. У Бабы-Яги для таких дел припасено волшебное средство Абдурин. И вот они и пустили в ход. Кто за чудо-юдо? Внимание, новогодние
Машка, просунешься. Но испортить детям праздник, забрать счастье у одних и отдать его другим у злодеев не получилось. И коварным планам Бабы-Яги не суждено было осуществиться. Они вернули Снегурочку и сами того не заметили, как обрадовались доброму делу. Дедуль, я тут в себе такую радость чувствую. От того, что радость сделала. Я хочу с ребятами поделиться. Оценили произошедшие волшебные перемены и зрители. Поучительная и веселая история для детей и взрослых подарила всем хорошее настроение и веру в то, что добро всегда побеждает зло. Понравилось, как там сначала Леша и Баба-Яга хотели весь нам праздник испортить, а потом, когда Дедушка Мороз, он как бы сказал, чтобы они как бы все вернули, Снегурочки, память, чтобы все как бы хорошо стало. Они начали добро дарить всем, как бы счастье хорошо. Ты за кого больше всех переживала? За Снегурочку. А почему? Потому что я думала, что Снегурочка больше не вернется. Да, понравилось, очень хорошая была сказка. Самый лучший праздник – это Новый год. И мешок подарков Дед Мороз несет. Кто тебе понравился больше всего? Дед Мороз и Снегурочка. А почему? Потому что Дед Мороз так любит детишек и приносит подарок. Всех с Новым годом! Было много веселых сюрпризов, но лучше всего увидеть своими глазами. Дорогие друзья, мы поздравляем вас с наступающим Новым годом, желаем здоровья, сил, любви и, главное, мира. Приглашаем вас на нашу новогоднюю сказку «Елки быть». Если вы пропустили премьеру, у вас есть возможность увидеть волшебную поучительную сказку. Спектакль будет идти в Гортеатре со 2 по 6 января в 11 и в 14 часов. 7 января в 11 и в 14 состоится «Елка главы». Самбо «Наука побеждать». В физкультурно-оздоровительном комплексе «Русский медведь» прошел ежегодный областной турнир по самбо памяти Николая Егорова. За ходом соревнований следила и наша съемочная группа. Около сотни спортсменов городов Подмосковья приехали в Серпухов на турнир памяти Николая Егорова. Мастера спорта СССР по дзюдо и самбо, шестикратного чемпиона мира, двукратного победителя первенств Европы среди ветеранов. В числе почетных гостей – родственники Николая Егорова и президент Федерации самбо Московской области Сергей Фомкин. Губернатор очень большое внимание уделяет спорту. Он и сам очень отличный спортсмен. Играет в футбол, в хоккей, очень разносторонний. И также его команда работает очень плодотворно на развитие самбо. Спорт учит не только бросать, учит жить, учит преодолевать трудности. И сегодня вы покажете свое спортивное мастерство, то, к чему вы долго жили. Поэтому вам удачи. А удача, как всегда, любит самых настойчивых и трудолюбивых. На борцовские маты вышли ребята 2008, 2009, 2010 годов рождения. Каждый старался проявить себя по максимуму. Удача сопутствовала одному из самых юных самбистов, воспитаннику спортшколы «Русский медведь» Тимуру Закарьяеву. Он уверен, никогда нельзя сдаваться, нужно бороться до конца. Самое-самое трудное, наверное, самое первое мое. Там в финале я проиграл 4-0. Потом вот заработал 4 балла, и вот по последнему движению выиграл тогда. Это было очень для меня сложно. Я очень нервничал, у меня сил не хватало уже отыгрываться. Вот кое-как сделал бросок, заработал 4 балла вот эти, и выиграл первое место свое первое на первых соревнованиях. 5 лет уже прошло. Среди болельщиков, конечно же, родители. Их надежды Тимур оправдал и на этот раз. Он выиграл, но не так, как хотелось бы. Хотелось бы более красивой борьбы, наверное. Да. Каких-то чистых бросков, досрочной победы. Куда приглашают, туда едем. Хоть на другом конце Москвы мы едем всегда. Нет, обязательно. Мы в Тамбов ездили два раза, тут 500 километров. У нас и младшая дочка, 9 пошла лет. Пошла по стопам тоже брата, год тоже уже самбо занимается с ним. По итогам турнира серпуховичи завоевали 19 медалей в разных весовых категориях. В командном зачете у них первое место. У Николая Егорова хорошие преемники. И пока они в начале своего спортивного пути, но вполне вероятно, в скором времени мы услышим об их победах на соревнованиях самого высокого ранга.
Федерация бокса России совместно с Центром прогресса бокса при поддержке правительства Московской области с 30 декабря по 8 января проводит благотворительную сказочную новогоднюю елку на острове Русский. Вас ждут развлечения по мотивам русских народных сказок, современные аттракционы, зоны активного отдыха. В программе каток, ледяные горки, рождественские мастер-классы, спектакли, батуты, полоса препятствий, катание на лошадях, оленях, упряжках, схаски, русские забавы, тематические фотозоны, дом Деда Мороза, избушка Бабы-Яги и многое-многое другое. Каждый ребенок получит сладкий подарок и пообщается с главным новогодним волшебником. Рождественскую сказку Федерации бокса России посетят лучшие современные боксеры и самые известные артисты страны. Все аттракционы и представления на бесплатной основе. Праздники будут проходить с 30 декабря по 8 января. С 12 часов до 19.00. Подробности смотрите на сайте. А на сегодня это все. Далее прогноз погоды. Следите за нашими новостями на сайте телекомпании, на сайте администрации и в социальных сетях. Будьте в курсе событий и оставайтесь на нашем канале. Натяжные потолки от установщика номер один нашего региона студии «Парсек» – это более 10 лет работы на рынке натяжных потолков, профессиональные монтажные бригады, собственное производство, контроль качества на всех этапах изготовления и установки, гарантийное и постгарантийное обслуживание, обоснованная цена и все виды материалов, существующие на рынке. Натяжные потолки от студии «Парсек». Доверяйте профессионалам. Бесплатный выезд технолога вы можете заказать по телефону 76-48-48, код города 49-67. Звоните прямо сейчас и получите дополнительную скидку.